Из-за холодов гидравлические испытания могут перенести. Между тем, без отопления и горячей воды кировчане замерзают в собственных квартирах. Проверка сети экстремально высокими температурами выявила дефекты, которые устраняют до сих пор. Завершить ремонтные работы специалисты КТК, напомним, обещали еще к 9 мая. Так уверяют и сделали, но после пуска воды только что отремонтированные трубы вновь дали течь. Из-за этого без горячей воды и отопления до сих пор остаются дома в разных районах города. На улице, между тем, не по-майски прохладная погода. Не исключено, что из-за холодов будет принято решение о переносе гидравлических испытаний. А прессовку, добавим, пока планируют начать в понедельник, 15 мая.